Из Якутии. Ольга Подлужная – одна из самых известных исполнительниц на национальном инструменте хамусе. Она выступает под именем Утай. Конечно, на предварительных прослушиваниях мы спросили, что означает это имя. В переводе с якутского это означает «тайна, сотворенная водой». Виртуоз игры на хамусе, эта артистка считает, что сейчас этот народный инструмент переживает свое второе рождение. Итак, этнозвезда из Якутии, Ольга Подлужная, Утай.
Диплом победителя фестиваля в номинации «За самобытность» вручается Ольге Подлужной, Утай, Республика Саха-Якутия.